Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу вам показать свой заказ с сайта New Chic. Я там заказала кое-что себе и своему племяннику. В принципе, и заказ-то я делала ради своего племеша, потому что, ну, парню уже скоро 16 лет, и, конечно, хочется ему как-то модненько одеваться. В общем, заказала ему там одни очень крутые кроссовки. Они ему так понравились, девочки, вообще обалдеть. Он как раз у меня приехал в гости и померит, так что я покажу вам их еще с примеркой. Ну и себе там кое-какие мелочи приятные, но все же. Так что, кому интересно, продолжайте смотреть. Ну, давайте я начну со своего племяшки. Значит, пришло мне все, ну, в пакетах вот этих обычных, которые в почту складываются, вот в таких пыльничках. И вложены еще были вот такие штучки. И вот... Вот, просто крутые кроссовки для моего племеша. Они есть еще в красном цвете и, по-моему, в белом, но моему племяшку понравились черные и красные. Мы решили взять черные, потому что они ему подойдут. Кто меня давно смотрит, я им летом покупала такую куртку, тоже там были такие надписи. Но она такая на теплую весну, весенне-осенняя, скажем так, такая прохладненькая курточка. Так вот сделано, очень они крутые, прям вообще, посмотрите, девочки, вот второй кроссовок. Сделано все очень классно, они ничем не пахнут, ни клеем, ничем вообще. Вот, ну вот, ну вот одна ниточка торчит, которую можно, как это сказать... обрезать и все. Больше во всем остальном они реально, посмотрите, какие крутые. Значит, смотрите, вся обувь и мужская в том числе получается на размер маломерит. Но я всегда выбираю обувь по длине стопы. То есть измеряю стопу и заказываю. Так, в принципе, если, допустим, я ношу 39 размер, то я заказываю себе 40, и мне идеально подходят. Племешу моему тоже хорошо они подошли. Они очень классные. Посмотрите, какая подошва на них. Ну, просто моднючие-моднючие кроссы. Смотрите, какие. Племяш мой вообще в диком восторге. Они ему очень понравились. Очень круто сделаны. Вообще, смотрите, какая подошва. Ну, просто, девочки, бомба. А себе я взяла вот такие кроссовки, девочки. Я их уже, честно признаюсь, носила. Я их помыла сейчас перед тем, как снимать. И они вообще классные. Просто настолько крутые. Вообще, я не могу. Они мне так нравятся. Я их вообще купила не просто так. Я очень хочу купить себе жилетку черного цвета. Ну, такую, как это сказать, утепленную. И носить вот с этими кроссовками, с джинсами. Я тоже вам померю, покажу. И вообще, я была очень удивлена вот этой вот стелькой, которая здесь находится. Посмотрите, она, во-первых, вот такая в дырочку. И на самом деле ноги, несмотря на то, что это кожзам, но сделано, посмотрите, реально, как будто бы это кожа. Тоже ничем не пахнут, все хорошо проклеено, тут немножко грязненько, вот, но я их мыла. Вот, вот такая вот подошва. Получается ножка, как дышит, и здесь даже есть, смотрите, как это называется, супинатор, да, вот эта штучка. Слушайте, они настолько удобные, что такое ощущение, как будто бы вот это ортопедическая стелька. Но вот по ощущениям, при носке, по крайней мере, когда идешь, настолько комфортно, я вообще в шоке. То есть я заказала вот это 40 размер. У меня размер 39, 39 ровно. Вот такие вот. И вот это вот на, в темноте светится вот эта вот штучка. Вот. Сейчас тоже покажу, как смотрится на мне. Еще я не удержалась, девочки. Я себе заказала вот такую маленькую сумочку. Смотрите, ну она совсем такая малышка-малышка. Ага, мне очень понравилась. Я ее планирую носить летом. С какими джинсами, или, может быть, джинсовая рубашка у меня есть, ну, что-то такое. Мне настолько она понравилась, идет вот на такой обычной цепочке. И вот эта цепочка прикрепляется вот, ну, вот таким вот образом, да, сюда, то есть отстегнуть. Ну, я бы не сказала, вот она сделана как золото, желтое золото, да. Я бы не сказала, что она смотрится как-то дешево, вот на мой взгляд. Не знаю, мне нравится, но в конце концов, если она как-то потрется, то заменить вот эту вот цепочку можно вполне. Ну, посмотрите, какая милота, девочки. Просто она настолько миленькая. Ну, вот здесь вот немножечко торчат ниточки, но это ничего страшного. Я их просто обрежу и немножечко подожгу, чтобы не распускалось. Но вот эти кисточки, слушайте, мне так нравится. Я прям представляю, вот с джинсиками, с кроссовочками даже, может быть, с этими.
И вот такая вот милая. Слушайте, ну вообще. Не, ну, знаете, есть как бы сумки, да, такие классический вариант. А есть вот такая вот просто милота. Мне так нравятся девочки вообще. Слушайте, я обалдею вообще вот эти кисточки. И сделана она из такой ткани, типа как это, брезент, да, такое вот. Очень-очень классная. Здесь просто она, получается, затягивается. Вот мне на самом деле положить сюда документы, я уже померила, у меня такая документы от машины, я имею в виду, да, там, ну, у меня такая, как типа по размеру паспорта, она как раз сюда помещается. Телефон, ключи и все. И милое дело. Вот. И, кстати, подкладка вот эта вот тоже достаточно хорошо выполнена. Видите, прострочено все ровненько. Она очень хорошо сделана. Вот эти заклепочки тоже хорошо сидят. Вот. То есть такая вот, мне кажется, не должна расползтись и как-то разойтись. Ну, сумочка вообще, девочки, так она мне понравилась. Но она просто затягивается. То есть внутри нет никакой молнии. И никаких кармашков маленьких тут тоже нет. Просто такая, как такой тюрбанчик. Мне она так понравилась. Я подумала, что, ну, сейчас как бы не лето. Я думаю, что я ее буду заказывать. А потом думаю, к лету ведь наверняка ее не будет. И я буду очень сильно жалеть, что не заказала. То есть она, в принципе, и под беленькие джинсы подойдет, и под синенькие. Но почему-то я вот ее с джинсами вижу. Очень такая прям миленькая-миленькая сумочка. Смотрите. Класс. Вот мой племяш приехал. Всем привет-привет. Да. Вот, как вы видите, разнообразие в одежде, да? Да. Синие, черные. Вот кроссовки, повернись. Тебе нравится? Да, огонь вообще. Вообще, да. Под черную куртку тебе как раз подойдет, да, твоим? Вот так вот. Свободные такие, летние. Да, ему очень нравится. Он сказал, даже сейчас будет их носить с теплым носком. В школу пойдет, сказал. Вот, так что вот такой вот у нас манявый парень. Да. Да, вот такой. Супер. Угу. Да. Итак, девочки, вот кроссовки. Посмотрите, мне очень нравится, как они смотрятся. А, у меня есть такие черные брюки. Они у меня сейчас в стирке. Такие они. Ну, это я вот с такими облегающими джинсами одела, да. Вот. А есть такие черные, они прямые к низу. Будет вообще супер смотреться. Очень мне нравится. Как мне нравятся эти кроссовки. Вообще вот такая форма кроссовок мне очень нравится. Мне кажется, они прикольные такие прям. И очень удобные, кстати. Вот. И еще я специально делала джинсы, белую вот такую кофточку, чтобы... Я извиняюсь, у меня опять куча глажки, но не суть. Чтобы показать вот эту сумочку. Вообще, мне она очень нравится. Видите, она такая маленькая. Вот так вот она выглядит. У меня это такая сумочка, знаете, девочки, вот летом шорты, какая-то блузка или, ну, какая-то рубашка, да, может быть, даже блузка или майка. И вот просто пойти вечером прогуляться, положить сюда телефон, там, ключи, допустим, от дома, с детками пройтись, там, да, залива, скажем так. Мне кажется, очень-очень-очень классно. Мне нравятся вот эти штучки. Но это такая сумочка для меня, знаете, просто сумочка настроения, я бы так назвала. Но мне кажется, очень классно смотрится. У меня, правда, свитер тут такой. Но я специально выбрала на белом фоне, чтобы показать, как смотрится. Темно-синяя, обычно такая тряпочная, очень симпатичная. Девочки, мне так нравится. И кроссовочки тоже. Кстати, у меня черных кроссовок нет вообще. Но мне это нравится. Мне в последнее время нравится вот такое. Ну, как это, не золото, позолота, да? Лимонное именно. Хотя раньше я очень любила розовое. Вот. Ну, под розовое золото, да? Вот. И под многие мои украшения тоже подойдут. Но если нет, я уже говорила. У меня, кстати, есть цепочка. То есть, если что, цепочку я поменяю. Вот. Но такое мне очень прям нравится. Кажется, прям вообще нереально симпатичная такая. Такая милая-милая прям. Что вот такие вот у меня были покупки с сайта New Chic. Еще раз повторюсь, что всю обувь, получается, я заказываю на размер больше. И смотрю по длине стопы. Там есть размерная сетка на этом сайте. Все можно замечательно измерить, посмотреть и подобрать то, что вам подходит. Вообще вещи с этого сайта мне очень нравятся. Ну, не знаю, вот все они достаточно качественные и прикольно сделаны, ничем вообще не воняют, ни клеем, ни какой-нибудь там резиной, ничем таким.
очень хорошие сделаны, добротные, и я ношу с огромным удовольствием. Все ссылочки я вам оставлю внизу в инфобоксе на все заказанные мной позиции, так что обязательно переходите, смотрите. Ну, а я с вами буду на сегодня прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно, оставляйте свои комментарии. Всех люблю, целую, до новых встреч!